Всем привет, друзья! Вы на канале «Погнали со мной». Сегодня мы делаем большую закупку в русском магазине. Если вы пропустили предыдущую закупку, то жмите на ссылку, которая появится прямо сейчас на вашем экране. Ссылку также можно найти в описании под этим видео. А вы, друзья, ставьте лайк прямо сейчас, и мы начинаем. Давайте посмотрим вместе все, что мы купили и сколько нам это стоило. Как всегда, в конце мы рассмотрим чек. Все покупки уже на столе, а ты подпишись на канал и погнали смотреть! Начнем с Mentos, $1.49 каждая. Любимые нами бабаевские батончики, каждый за $1.49. Шоколадные начинкой и с помадно-сливочной. Даду обалденно вкусные шоколадные батончики Cheesecake Bar. Каждый $1.99. Детские соки Каприсан мы взяли 2, каждый за $1.29. Сок идет с трубочкой, один вкуса мандарины, другой яблоко и клубники. Дальше мы взяли полезный снак, в котором нет ГМО и нет никаких добавок. Rice Crisps со вкусом помидора и базилик, а другой со вкусом водорослей и киноа. Дальше бананы, 7 бананов за $4.27. Из вкусняшек мармелад в шоколаде со вкусом апельсина за $2.69 коробочка. Детский снак Бисли, здесь ассорти, каждая за $2.29. 70 грамм в пакете, мы взяли 2. Из овощей один большой огурец за $2.99. Большие красные помидоры за $9.28. 2% молоко Натрель мы взяли за $4.99. Наш любимый очаковский квас $4.29 за бутылку. Дальше мы взяли нарезанный сыр в дырочку за $7.45. Здесь 298 грамм. И еще один сыр Рамзес за $9.36. Чуть побольше, 302 грамма. Из колбасы мы взяли ветчину за $6.64, здесь 302 грамм. И еще один вид нарезанной колбасы, здесь 310 грамм за $11.78. Выглядит очень аппетитно. Из хлеба мы взяли нарезанную буханку за $4.99, здесь 625 грамм. Итальянские булочки, здесь 6 в упаковке за $4.59, 420 грамм. Круглые булочки, тоже итальянские, 8 штук за $4.35, 528 грамм. Любимые шоколадки мы взяли 5 штучек, это птичье молоко, стоило нам $1.76. И сколько нам это все стоило, спрашиваете вы. Давайте посмотрим вместе чек. А вот и он. Сегодня мы вышли вот в такую сумму. Дорого это или нет? Напишите мне ваше мнение в комментариях. За каждый кулек мы заплатили 60 центов. Друзья, на сегодня все. Ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии, я очень люблю их читать. Если вы еще не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас. Ждите следующих выпусков на канале. Всего вам доброго. Пока-пока!